Добрый день. Сегодня не стал микрофон подключать, потому что он иногда шумит. Посмотрим, как с компьютера просто запишется со встроенного микрофона. Собственно, ролик будет короткий. Будет он заключаться в том, а не пересмотреть ли нам... где же у нас, где же... Не пересмотреть ли нам ролики «Флагман Анджелоп». У нас сегодня юбилей по портфелю, который болтается на сайте, который полтора года никто не трогает. И юбилей заключается в том, что 140% показывает джелоб. И портфель с 18 тысяч, уже 51 тысяча. И так происходит, если вообще ничего не трогать и вообще ничего не предпринимать. То есть лучше получается не торговать, чем торговать, потому что доходность получается больше 125% годовых. Получается даже где-то порядка 150% годовых. Просто есть компания Джело, по которой я на своем канале делал очень-очень. Вот он флагман. От 6 до 8,5 вырос, потому что у них очень хорошие показатели по прибыли. И я делал фильмы «Джелок», «Джелок», «История аферы», «Расследование» где-то 2 года назад, когда они стоили в районе 2 долларов. То есть, а сейчас они в 4 раза больше. Вот достаточно пересмотреть эти фильмы, послушать мои мысли, почему эту компанию нужно было покупать, в чем там заключалось вот это вот мошенничество, афера, что акция стоила 2 и была вероятность большая, что она будет стоить больше 8. Вот она и сейчас стоит больше 8. И там все выводы подробнейшим образом сделаны, что повлияло на рост этой самой акции.